мы находимся в месте, где творятся чудеса, на репетиционной точке Clockwork, где сегодня чудеса и магию творит группа «Второй сорт». И сейчас она исполнит композицию «Праздники». Брызг напился, так я научил себя радоваться жизни. Получил, подставился другим боком. Так я научил любить себя, своих ближних. В школе жизни нет каникул, и выходных тоже нет, зачем? Ведь и так сплошной праздник. Подставляй ебало, принимай подарки. Наш первый и последний танец. Твоя нога в моей руке, хочешь? Я закопаю тебя прямо здесь, в этом песке, чтобы твои глаза цвета набегающей волны не склевали чайки. Ну или давай, милая, просто жить дальше. Дом, дочь, дерево, пусть это будет осина. Раз мы находимся на репточке, у вас есть какая-нибудь история про репетицию? Какая-нибудь вот безумная хренотень, связанная с репетиционными точками. У нас репетиции не было. Да. Были бы репетиции. Мы не репетируем просто. Ну, то есть у нас нет возможности. Да, в связи с тем, что я там, а он здесь. Макс же далеко живет, поэтому мы вот приезжаем, у нас концерт. Если он, Макс, приехал чуть раньше, мы там, если успеваем, мы там прогоняем программу и все. Подождите, а как вы вообще тогда пишете все это? Ну, нормально, как все. Нет, я имею в виду, смотри, то есть как это выглядит, типа, алло, привет, слушай, я тут записал. Зачем, есть же там контакт. Макс мне пишет, вот, текст. Я сижу такой. Миллион слов там. Да, я сижу, прочитал текст. У нас как бы по Бероузу все. Андрей режет тексты все. Ну, как бы берет портянку такую там, бесконечную. Да, да, да. Он как бы берет его, делает из него куплет, припев, потом берет от другой текст из другой вообще вселенной там моей какой-то и еще расставляет их по этим. Ну такой пазл, короче. Да. И все. Потом он прислал три текста, мы сделали там две песни или четыре из этого. То есть у нас сегодня, можно сказать, редкость. Второй сорт на репетиционной точке. Второй сорт репетирует. Ведь жизнь – это праздник. Ждать, пока зайдет, ждать, пока придет, или может пройдет, ждать его, ждать ее, ждать кого-то еще. Расскажите какую-нибудь веселую историю с концертов. По-любому же было. Ты видел наши концерты? Слушай, у нас... Нет, ты видел наши концерты? Ну, ничего это веселого, там праздник, получай подарки. Там. Все, а как... Ну, у нас... То есть люди, знаешь, тут такая штука, мы вот... Что либо... Вот вчера было ничего еще, люди танцевали, например, да? А обычно, если мы играем одни, ну, то есть нет никакого разогрева перед нами, то это, знаешь, там проходит... пол концерта там, ну, ты слышишь хлопки там, потом в какой-то момент я пою, поднимаю глаза, и люди просто сидят и слушают. Ну, и все, то есть... И даже не ходят в бар. Это коллектив для непьющих получается? Нет, они просто как бы, ну, как бы, почему-то не ходят в бар. Мы не знаем. И они не разговаривают между собой, знаешь, я как бы... Да, наверное, они просто в шоке. Не, как бы, дело же в посыле, как бы, и у нас посылка, у нас... Мы как бы просто обычные люди, хотим быть обычными людьми. Люди, которые обычные люди, хотят быть обычными людьми. И у них это не получается. Ты меня понимаешь, да? Знаешь, что заставляет биться твое сердце? Разность потенциалов. Ионы калия, ионы натрия.
ионы кальция, ионы хлорида, немного едкого натра и соляной кислоты. Если его вырезать из тебя и поместить в банку с раствором электролита, оно не перестанет колотиться. Ему безразличны твои мысли, ему безразличны твои чувства, ему безразлично, жив ли ты или тебя подсоединили к какому-то другому механизму. Я робот, ты робот, он робот. Робот, ты робот, он робот. Я робот, ты робот, он робот. Я робот, ты робот, он робот. Поднимите руки, кто себя считает созданием Божьим. Поднимите руки, кто себя считает верхом эволюции. Почему труба? Так вот, почему у вас такой набор? Я знаю, почему труба. Хорошо. Потому что труба вселяет надежду. Да, это надо. Это не трубы Гавриила. Какого-нибудь там, да. Нет. Нет, это не седьмой. Это наш седьмой ангел, который. Нет, тогда это наш седьмой ангел, который возвещает о конце света. Ну, представляешь, был бы саксофон. Был бы черный рэп. Да, да, да. Черный рэп уже против секс, а у нас же как бы нету. Ну да. У нас эротики нету вообще. Да. Только красота, как бы, единственная песня про любовь. Подошел человек один после концерта, вот в Екатеринбурге, говорит, ну вот там, типа, все. Да, у вас. Ну вот труба, она вселяет надежду. И вот, наверное. А все остальное безнадежно, что ли? Ну как бы он так. Уныние и скука, ничего не изменится, даже если поменять места. Париж или Екатеринбург, Букет или Москва. Уныние и скука, правда простая, на всех одна. Уныние и скука, хотя я это уже говорил, да. Уныние и скука, отныне и навсегда. Верь во что хочешь, врачи на то, на что дрочишь. Гаджеты, автомобили, йога и путешествия. Смени конфессию, запишись на фотосессию. Хорошему парикмахеру, хорошему стоматологу. Отведи ребенка к талантливому педагогу. Не забудь про советы диетолога. Пей неразбавленный. Закидывайся чистейшим, будь мудрейшим. Старейшина из старейших. Оставаясь молодым внутри и снаружи. В общем, да, у нас все про любовь, про красоту, про жизнь и про радость. Просто другими словами. Не, про соитие нет, как бы. Это наше. Это важно. Это важно. Нет, потому что сейчас все поют про соитие. На Егора Летова у него про соитие одна песня, «Русское поле экспериментов». Там был момент. Да? Был. Дал слабину про куклу, которую ее изнасиловали грязным жестоким ботинком. Вот. Даже Егор Летов дает слабину и поет про соитие иногда. Давал слабину. Простите. Я был на концерте Егора Летова на последнем. Да ладно. Да. Ничего себе. А я не успел. Не успел на последний концерт Егора Летова. А ты не знал, что он последний. Ну я не знал, что он последний. А вот ты вообще не был на концерте Егора Летова. Поэтому и созрела большая просьба ко всем рок-звездам. Пожалуйста, когда вы уже чувствуете, что походу это мой последний концерт, то сообщайте об этом, пожалуйста. Потому что люди не в курсе, когда к вам приходить. Второй сорт. Одна смешнее другой сегодня история. Заводные и удивительные. Ладно, я думаю, лайв-часть на этом закончим. Вы, наверное, еще поиграете, я так понимаю. Давайте. Вот. И после... А вы вырежете
вот все, что мы он там, говорил. Если что, промотаем. Все, что он говорил. Должен быть девяти, для этого должен встать по восьмого. Для этого должен проснуться, когда хочется спать, разглядывая себя во сне. Не выпуская тот факт, что вопрос зазвонит. И поэтому делаешь это чуть раньше. 30 мелочей до того, как выйти за дверь. И 3000 до того, как снова за ней укрыться. Спрятав под одеялом, которого никогда не хватает. Что-то торчит, где-то сползает. Должен учитывать, должен рассчитывать, должен помнить. И наоборот, твоя щетка мешала бы и забыть. Должен сделать к семи, а лучше к трем. Нет, это не просто еще один понедельник. Кажется, я опять попал на лето. Отпуск в сентябре. Да хуй там, это кино не о тебе. Тебя нет в этом кине.